Вот, смотрите, вот Иванов. Я и с судьей разговаривал, когда вот я против того, что здесь было нарушение. Тогда вообще пропадает смысл того, что вратарь должен быть защищен в голубой зоне, в синей. Объясните мне, я не понимаю. Давай я тебе объясню. Вот смотри, видишь синенький вот этот вот, вот эту штучку синенькую? Да. Вот в ней нельзя оказывать никакого воздействия на вратаря. Никакого. Ни цеплять, ни задевать, ни руку, ни ногу, ничего. Здесь он даже отдернул. Щиток вратаря под воздействием вот клюшки видно. Иванова оказывается в воротах. Видишь? Да. Это не он свою ногу туда отодвигает. Это неосознанно, неосознанно игрок атакующей команды впихивает. Он пытался сыграть в шайбу, он ее искал. Но это не имеет никакого значения. Это не так, имеет к сожалению, это не имеет никакого значения. Ну все, слава богу, мы пришли к решению. Это был отмененный. Ну, конечно, вратарь не имел возможности полноценно препятствовать взятию ворот.